Человек идет в жизни всегда в сторону наименьшего сопротивления. Я не говорю сейчас об этих врагах человека, которые вообще просто вышибают жизнь напрочь. Это вот эта вот влюбленность или вожделение, или мечты о лучшей жизни. Это сразу уничтожает всю жизнь. Человек мечтает, думает, все нормально будет. Ты мечтаешь, ты копишь эти мысли, они притягивают кого-то. Потом человек появляется, и до свидания, муж. А дальше будет жесть уже в жизни. Понимаете? Разгневался, начал рушить свою жизнь гневом. Перестал видеть хорошее в человеке. Дальше будет жесть. Жадность тебя сгубила? Мучайся, терпи. Преодолевай трудность эту. От жадности просто так не избавишься. Она наказывает годами. Иллюзия пришла в твою жизнь, только Бог тебе поможет. Если муж пьет, значит молитесь. Там, где есть свет, светлячки все гаснут. Веды сравнивают духов злых со светлячками. Они гаснут, когда Господь свой свет в вашу квартиру прольет. Понимаете, вино связано с веселящим духом. Он у человека забирает волю, силу воли забирает, и дает ему счастье взамен. Человек счастье получает за так, думает за так. Потом, когда он захочет быть счастливым сам, у него не получится, ему придется выпить. Понимаете? Это называется рабство. И человек в таком рабстве живет. А если вы хотите освободить близкого человека от рабства, тогда победите свою судьбу контактом с Богом. Молитесь Богу, и вы победите. Человек должен знать секрет этой жизни. Секрет этой жизни заключается в том, что есть личность, которая может помочь. Она хочет с нами иметь отношения. Она хочет нам помогать. Она может разрушить все препятствия жизни. Она может и хочет. Но есть два условия. Первое. Когда вы молитесь Богу, надо думать только о нем. И второе условие. Не надо хныкать. Надо просто верить. Понимаете, когда человек хнычет, он уже заранее проиграл. Богу это не нравится. Надо верить, думать о нем и с верой, с силой внутренней повторять молитву, прославляющую Богу, которой ты забыл про себя, про свою проблему. Отдаешь Богу свою проблему. И потом в сердце возникает очень сильная благодарность, сильная вера. Это результат твоей молитвы. Ты начинаешь понимать, как устроен этот мир, что есть такая личность.
Надо понять это. Почему человек страдает, не верит в победу, если человек имеет какую-то трудность в жизни? Но он верит в победу. Страданий нет. Есть только объем работы. И надо его делать, и все. Но если ты не веришь в победу, тогда ты страдаешь. Почему мы не верим в победу? Потому что мы не чувствуем в сердце Бога. Мы не понимаем Его функцию. Мы не понимаем, что Он невидим, но Он невидим не зря тоже. Есть причина на это. Мы недостойны пока еще Его видеть. И поэтому сюда попали, в этот мир, где Бога не видно. Хотя Он все делает здесь. Человек, который знает об этом, он не чувствует страдания. Он чувствует просто, что надо трудиться дальше сердцем, потому что есть объем работы, его надо выполнять. Так устроена жизнь человека, который чувствует победу. Или, по-другому сказать, верит в Бога. А это одно и то же. Чувствует победу, означает верить в Бога. И когда человек живет вот с этой верой, он понимает, что к Богу направляют природа, потому что это энергия Бога, добрые люди. Вот, допустим, человек, который верит в Бога, он не к психологу, не к астрологу пойдет на консультацию, а к доброму человеку пойдет, потому что через добрых людей Бог сам тебе скажет все, что тебе нужно в жизни. Потому что доброта человеческая, это и есть энергия Бога.